Другим темам. На востоке Украины вновь неспокойно. По мнению главы республики Владимира Зеленского, действия России бросают серьезный вызов не только безопасности государства, но и стран НАТО, а еще и всей Европы. Украинский лидер призвал также усилить санкции в отношении России. Кремль же в лице пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова порекомендовал Киеву взять под контроль свои вооруженные силы. Диас Иркинов о причинах нового конфликта и заявлениях политиков. Смотрим. В конце марта ситуация на востоке Украины начала накаляться с новой силой. Напомню, сейчас из-за пандемии COVID-19 члены трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию проводят консультации в режиме онлайн-конференций. Международные эксперты, в первую очередь из США, в начале апреля выразили озабоченность повышенной активностью российских военных на границе с Украиной. Официальный представитель НАТО в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что Россия по данным альянса нарушает соглашение о прекращении огня, добавив, что она подрывает все усилия по эскалации конфликта на востоке Украины. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Киев не должен провоцировать военные действия на востоке страны, добавив, что в Украине обязаны взять под контроль подразделения своих войск на линии соприкосновения в Донбассе. Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что на востоке Украины наблюдается все более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе США. Пока мы не видим намерения украинской стороны успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые непосредственно стоят рядом с линией разграничения, которые, собственно, чаще всего и являются причиной вот этих провокаций. В свою очередь, представители Киева заявляют, что в последние недели Россия наращивает свои силы у восточных границ Украины и значительно увеличилось количество сообщений о нападениях сепаратистов на украинские правительственные силы. Напомню, несколько дней назад миссия ОБСЕ сообщила о росте нарушений режима прекращения огня в самопровозглашенной Луганской Народной Республике и на границе с непризнанной Донецкой Народной Республикой. На этом шляху мы маємо. У нас есть полная и постоянная поддержка со стороны международных партнеров Украины, в частности Европы и США. И доказательством этого является мой сегодняшний разговор с президентом США Джо Байденом. Мы подробно обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется одна против агрессии России. Также президент Украины сообщил, что страна реформирует армию, добавив о намерении вступить в Североатлантический альянс. По мнению Зеленского, это единственный способ остановить военные действия на востоке страны. Также в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что огонь в Донбассе откроют только в случае угрозы войскам. Диас Иркинов, Atomiken Business. Открывали, впрочем, огонь за все время неоднократно. Несмотря на длительные переговоры в рамках нормандской четверки, заключение договоренностей на Минских соглашениях и даже объявление перемирия летом предыдущего года. Сейчас тревожные цифры. По данным Организации Объединенных Наций, только за период с 2014 по 2019 годы, вот детальная графика, вооруженное противостояние привело к гибели более 13 тысяч человек с обеих сторон. Ранения получили около 30 тысяч человек. 1,3 миллионов человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 миллиона нуждаются в помощи. Между тем, новостные ленты ежечасно заполняют подробности обострения конфликта, а политики не устают давать новые заявления. Информации разной очень много, но детали мы решили спросить у экспертов. Они скоро выйдут с нами на прямую связь. Но перед этим, уважаемые телезрители, предлагаю вам поучаствовать в нашем телеграм-опросе по данной теме. Для того, чтобы принять участие, необходимо открыть камеру мобильного телефона, навести ее на экран телевизора. Специальная система отсканирует QR-код. Сейчас он здесь появляется на ваших экранах, и вы автоматически попадете на наш телеграм-канал. Позвольте зачитать вопрос, чем обернется эскалация российско-украинского конфликта. 4 варианта ответа, предварительные результаты сейчас на ваших экранах. Первый вариант ответа, Украина получит поддержку от США и Европы и вступит в НАТО. Второе, будут новые санкции в отношении России, это блокировка газопровода «Северный поток-2». Третье, стороны заключат перемирие в рамках Нормандской четверки и Минских соглашений. Четвертое, свой вариант, который можно написать комментарии.
комментарии. Поэтому комментируйте, обязательно зачитаем некоторые комментарии. В конце эфира приведем результаты сегодняшнего опроса. Также напоминаю, что опрос является анонимным. Уже 400 человек в среднем проголосовало. Поэтому голосуйте, комментируйте. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Ну а сейчас будем обсуждать эту тему с нашими экспертами. Уважаемый телезритель, напомню, что сегодня мы обсуждаем тему эскалации российско-украинского конфликта, о том, к чему это может привести, как это обернется для Казахстана, какие меры будут предприняты. Мы пригласили наших экспертов для обсуждения. Сейчас к нам по скайпу подключается руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик. Константин, приветствую вас. Добрый день. Да, спасибо, что согласились принять участие в нашем эфире, нашли время. Первый вопрос, естественно, про то, во что может перерасти эскалация конфликта. Наступательные военные действия от какой-либо стороны возможны или до этого не дойдет? Ну, давайте начнем с формулировок, да, то есть российско-украинского конфликта на сегодняшний день не существует. Это фантазия украинских властей, которые почему-то в угоду чьих-то геополитических интересов называют этот конфликт так. На самом деле есть сегодня гражданская война, которая продолжается по единственной причине. И эта причина – неисполнение Украиной Минских соглашений. Более того, потому что, ну, мы же должны понимать, то есть в Минских соглашениях пункт об отводе вооружения. Украинские войска вооружение стягивают. Это противоречит Минским соглашениям? Противоречит. Я почему такие очевидные вещи говорю, потому что, ну, зрители понимали, да? С приходом власти Владимира Александровича Зеленского у него было полное конституционное большинство, и политическую часть Минских соглашений ему ничто не мешало выполнить, потому что его фракция имеет конституционное большинство, и они все это могли спокойно выполнить. Сегодня есть гражданская война на Украине, причиной которой стало то, что Донбасс воспротивился государственному перевороту в 2014 году, и он будет продолжаться до тех пор, пока Украина не обретет хоть какой-то элемент самостоятельности и не начнет выполнять Минские соглашения, не начнет каким-то образом вступать в переговоры с гражданами Украины, которые проживают на Донбассе. Но в то же время мы должны с вами понимать, что сегодня 450 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство. Это была вынужденная мера со стороны России, потому что именно Украина лишила этих людей всяческих прав. Избирательных, гражданских, социальных, пособий, пенсий, банковского сектора. И Россия, оказывая гуманитарную поддержку, дала возможность. Представьте себе ситуацию, да? Человек достигает возраста, когда ему нужно получать гражданство, а он лишен этой возможности. То есть у него нет никакого документа, удостоверяющего личность и позволяющего ему как минимум перемещаться. Да? Ну, то есть абсурд, да, мы же должны это понимать. К большому сожалению, сегодня на линии соприкосновения очень тревожно, потому что то тяжелое вооружение, которое стянуто и которое фиксирует в том числе ОБСЕ, но ОБСЕ не может ничего сделать с Украиной. Буквально полгода назад, если мне не изменяет память, армия Донецкой Народной Республики предупредила ОБСЕ о местах дислокации украинской техники и уведомила их, что если в течение 10 дней украинские войска не отведут, как положено, то будет нанесен удар. Тогда ВСУшники свои войска и тяжелую артиллерию отвели. Сейчас этого не происходит. Поэтому говорить о российско-украинском конфликте, ну, наверное, не стоит. И любой военный эксперт, который более или менее может оценить сегодняшние возможности российской армии, он прекрасно понимает, что российско-украинский конфликт, ну, длился бы очень недолго. Если вы обратите внимание, как Россия зачищает террористов в Сирии, то, поверьте, на Украине этот вопрос бы решился, ну, достаточно быстро. Спасибо, Константин. Вопрос следующий. Почему внешнее политическое ведомство России вот против включения американцев в нормандский формат? Была такая информация. И возможен ли третий этап Минских соглашений? Вот не раз заявлялось то, что Минск-3 будет. Или как? Ну, давайте исходить из логики, что Минск-2 – это следствие военного поражения ВСУ. То есть это было, по сути, после двух котлов, и они были вынуждены, спасаясь, да, подписывать эти Минские соглашения. Но когда они их подписывали, они изначально не планировали их выполнять. То есть с первых дней после подписания Минских соглашений они начали занимать серую зону, они продвигались вглубь, как бы, и создавали укрепительные сооружения как оборонительного, так и наступательного характера. Что касается американцев, но, если честно, это конфликт европейский,
и те участники и гаранты нормандского формата, которые сегодня есть, ну, они как бы выглядят логично с точки зрения того, что этот конфликт угрожает их безопасности. Безопасности Европы, безопасности России, понимаете, да? Угу. То есть, причем тут США, ну, не совсем понятно. То есть США на сегодняшний день является хозяином украинской территории, если говорить по факту, и они действительно способны прекратить конфликт. То есть если бы Соединенные Штаты Америки, да, своим условием звонка Байдена поставили выполнение Минских соглашений для Зеленского, он бы их выполнил. Но я почему-то, я слышал призывы о том, что нужно зачищать неправильные телеканалы на Украине, и Зеленский с этой задачей великолепно справился, американское посольство великолепно это одобрило, и дальше продолжилась зачистка средств массовой информации. Я слышал пожелания американцев о зачистке олигархов на Украине, и Зеленский великолепно с этой задачей сейчас справляется, пытаясь их там максимально как бы обысками, допросами и прочими ситуациями. Но почему-то я не слышал призыва от американцев выполнять Минские соглашения. Угу, понятно. Спасибо за интересное мнение. Константин, еще один вопрос интересует. На ваш взгляд, все-таки, да, простыми словами, вкратце, какая цель у Украины? Все ради вступления в НАТО или же блокировка того же Северного потока-2? У Украины нет никакой цели. Украина выполняет задачу, поставленную Западом. Задача эта абсолютно примитивна и понятна. Максимальное ослабление России, поддерживание вот этого военного конфликта и хаоса на границах с Россией, срыв, завершение строительства Северного потока и хоть какая-то маломальская аргументация дальнейших санкций, потому что они уже в принципе не имеют никакой. И сейчас все будут кричать, что есть какой-то российско-украинский конфликт, и в рамках этого конфликта будут продолжать вводить против России санкции. Вот у Украины нет никаких целей. Более того, Западу абсолютно все равно, чем завершится этот конфликт. Им главное факт этого конфликта. И задача сейчас спровоцировать Россию. А для мирового сообщества, вкратце, если можно, какое влияние окажет вот все действия, которые сейчас происходят? Или, ну, как вы сказали, давайте Западу все равно? Или как? Давайте будем объективны. К сожалению, те гаранты Минских соглашений, Европа, я имею в виду Франция и Германия, они, к большому сожалению, не имеют того влияния на Украину, которое имеет США. И если бы они действительно все включили механизмы воздействия, если бы они действительно вводили за нарушение прекращения огня против Украины санкции, если бы они их наказывали за невыполнение Минских соглашений, то процесс как бы двигался. Но, к сожалению, это все происходит с молчаливого согласия и Германии, и Франции. Поэтому я думаю, что международное сообщество и те страны-сателлиты США, они, к сожалению, заинтересованы в этом конфликте. Понятно. Или максимально будут наблюдать за ним со стороны. Спасибо, Константин. Я благодарю вас за участие в эфире, за то, что нашли время. Напомню, уважаемые телезрители, мы беседовали с Константином Кныриком. Это руководитель информационного агентства Newsfront. Скоро к нам присоединятся и другие спикеры. Я сейчас добавлю, что и Россия, и Украина для Казахстана являются стратегическими партнерами. Только за предыдущий год товарооборот между Казахстаном и Россией перевалил за 18 миллиардов долларов, а товарооборот с Украиной превысил 767 миллионов долларов. Это данные от Бюро национальной статистики. И сейчас, как мне сообщают, к нам по скайпу подключается наш следующий спикер. Послушаем его мнение. Это Юрий Пойта. Он руководит секцией Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Center. Юрий, приветствую вас. Добрый день, как меня слышно? Отлично слышно. Спасибо, что согласились выступить, нашли время для участия в нашей программе. Очень много информации о конфликте в новостных лентах. Где-то читал даже, что Киев ведет информационную войну против России для поддержки от стран Европы и США. Так ли это или как? Спасибо большое за вопрос. Угу. На самом деле он очень правильный, очень актуальный. Угу. Мы должны понимать, что с 2014 года между Украиной и Российской Федерацией продолжается конфликт международного характера, статус которого также и закреплен в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. И поскольку конфликт продолжается, поскольку задействованы две стороны, поскольку используются и военные средства, и экономические средства, используются санкционное давление, дипломатическое. Поэтому
обе стороны, конечно же, ведут операции информационного характера, проводят информационные операции. Поэтому здесь абсолютно понятно, и я с этим полностью согласен, что с российской стороны, что с украинской стороны, конечно же, проводятся такие действия. Ну, это и один из методов, в принципе, как говорится, все методы хороши. Юрий, насколько реально вообще вступление Украины в НАТО, на ваш взгляд, какой позиции будет придерживаться официальный Киев в эскалации? Ну, конечно же, сказать и оценить вероятность вступления Украины в НАТО очень сложно на данный момент, потому что даже если есть уже определенный, скажем так, прогресс Киева в переговорах с Брюсселем, то, конечно же, эта информация, она не разглашается до момента принятия политического решения. Но что уже можно на данный момент сказать, что Украина, во-первых, заинтересована в вступлении НАТО и в Европейский Союз и воспринимает НАТО как единственный способ обеспечения своей военной безопасности. Во-вторых, курс в интеграцию в альянс, он закреплен в Конституцию Украины, и это является одним из таких мощных пунктов на законодательном уровне. Украина проводит постепенно, я не буду останавливаться на том, насколько эффективно и где там есть плюсы, где минусы, но Украина проводит постепенно реформы по достижению взаимосовместимости с альянсом. Плюс она строит свою оборону на данный момент с партнерами вместе с Великобританией, с альянсом, с Турцией и так дальше. И в том числе реализует комплекс оборонных программ по закупке именно оборонной продукции, совместимой с войсками альянса. Поэтому я думаю, с моей точки зрения, что это вопрос времени. Украина движется в эту сторону. Когда это будет решено, через год, через 5, через 10 лет, мы посмотрим, конечно же, по развитию ситуации. Юрий, благодарю. Украинский МИД, я добавлю, заявил, что огонь откроет Донбассе только в случае угрозы войскам. Реально ли это и в целом, чем завершится обострение конфликта, если, конечно, завершится? Я думаю, что украинский МИД абсолютно высказал объективную точку зрения и реальную позицию, потому что Украина на самом деле, она не заинтересована в эскалации конфликта, потому что конфликт продолжается с 2014 года. Он вытягивает экономические резервы с Украины, он оставляет огромнейшее психологическое напряжение на обществе, на военно-политическом руководстве Украины. Он всегда создает дополнительные трудности для развития Украины, в том числе и реализации каких-то инвестиций, программ и так далее. Поэтому Украина, конечно же, заинтересована в том, чтобы конфликт был решен, конечно же, на украинских условиях. Каких-то провокационных действий Украина, с моей точки зрения, она в них не заинтересована, потому что в случае, скажем так, реализации полномасштабной военной агрессии со стороны Российской Федерации открытой, украинская сторона, она обладает намного меньшим военным потенциалом, и, конечно же, она, скорее всего, она получит большие потери, что очень, конечно же, сложно. Поэтому я думаю, что позиция Украины как раз вот очень точно высказана в заявлении представителя министерства МИДа украинского. Юрий, смотрите, получается, ну, как вы не раз отметили, конфликт идет с 2014 года, были соглашения, заключались, напомню, что в июле предыдущего года было перемирие даже объявлено. Вот с момента перемирия, получается, были все-таки столкновения, какие-то потери были, чтобы наши зрители более понимали, к чему это все привело, как привело опять к повторному обострению ситуации? Какие факторы повлияли? Конфликт продолжается с 2014 года, и в разные периоды он по-разному протекал. То есть были обострения ситуации, была Иловайская трагедия, был Дебальцевский так называемый котел. То есть был период активных боевых действий. Последние годы конфликт приобрел более такой затяжной характер, но он характеризовался низкой интенсивностью. То есть продолжались обстрелы. Соответственно, Минских соглашений были отведены часть вооружений, тяжелых вооружений на определенные позиции, то есть на те позиции, которые обеспечат, которые не дадут возможности для эскалации конфликта с помощью тяжелого артиллерийского вооружения. Это было, соответственно, выполнено, но стрелковое оружие, конечно же, продолжалось применяться, и обстрелы продолжались. Украинская сторона фиксирует обстрелы практически каждый день, и периодически погибают военнослужащие. Сторона, которая, скажем так,
сторона так называемых ЛНР, ДНР, которую Украина считает как раз российской стороной, со своей также демонстрирует якобы невыполнение Украиной вот этих соглашений по остановке огня. Конечно же, Украина заинтересована в том, чтобы обеспечить наиболее мирную ситуацию на линии разграничения, для того, чтобы постепенно продолжать двигаться дальше, реализовывать свои программы и так далее. Но с точки зрения, скажем так, Украины, с точки зрения украинских специалистов, все-таки обострение ситуации, вот, которая вот на данный момент происходила и происходит, это является инструментом для России, для того, чтобы осуществить психологическое давление на Украину, для того, чтобы Украина продолжала проводить те действия, которые выгодны российской стороне в плане Минских соглашений, в плане переговоров в трехсторонней контактной группе, в плане не давления на пророссийские силы в Украине. Юрий, все-таки вот как мы до этого, в принципе, в новостных лентах заявлялось, то, что США хочет, допустим, возможно, станет участником вот переговоров. Нормандская четверка, как мы знаем, существует. Возможно ли, что она превратится в нормандскую пятерку вместе с США? Напомним, что Россия против этого, МИД Российской Федерации выступили против. Или это нереально? Мне сложно сказать, оценить вероятность реализации такого сценария. Украина, конечно же, заинтересована в том, чтобы США присоединилась к данному формату для того, чтобы, скажем так, своим весом усилить украинскую позицию и усилить позицию Украины, которая базируется на международном праве, потому что мы понимаем, что есть разные интерпретации этого конфликта, есть интерпретация Украины, которая строго привязывается к пунктам международного права о применении оружия, есть интерпретация российской стороны, которая пытается продемонстрировать ситуацию внутренним украинским конфликтом и о себя продемонстрировать и, скажем так, трансформировать в посредника в данной ситуации. Насколько возможно присоединение США, сказать сложно. Переговоры по данному вопросу ведутся. По результатам, конечно же, если будут они решены позитивно, то мы, конечно же, только тогда мы сможем об этом узнать после официальных заявлений. Юрий, благодарю, что выступили в эфире. Очень интересные мнения прозвучали. Напомню, уважаемые телезрители, мы беседовали с руководителем секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Center Юрием Пойто. Юрий, еще раз благодарю вас за участие в нашем обсуждении. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. Мы продолжим. Сейчас очень скоро к нам присоединится еще один спикер. Но перед этим, уважаемые телезрители, напоминаю, что продолжается телеграм-голосование, опрос по данной тематике. Поэтому рекомендую вам принять участие, высказать свое мнение, оставить свой голос, как говорится. Поэтому открывайте камеру мобильного телефона, наведите ее на экран телевизора или экран монитора, отсканируйте специальный QR-код, который сейчас вот здесь появляется на ваших экранах, и вы автоматически попадете в наш телеграм-канал. Вопрос там следующий. Чем обернется эскалация российско-украинского конфликта? Анонимный опрос. 457 человек проголосовало. Сейчас 43% респондентов за второй вариант ответа, про то, что будут новые санкции в отношении России, и 40% за то, что Украина получит поддержку от США и Европы и вступит в НАТО. Поэтому голосуйте, все продолжается. Также можно комментировать. Очень скоро зачитаем ваши комментарии, приведем в конце эфира результаты опроса. Поэтому сканируйте QR-код, переходите на телеграм-канал Tmekian Business, участвуйте, комментируйте. Не забудьте, конечно же, подписаться. А я тем временем добавлю, что официальных комментариев казахстанского МИД по обострению конфликта еще не было, но спросим о том, как это может повлиять на Казахстан у нашего следующего гостя. По скайпу подключается депутат Мажилиса парламента и политолог Айдос Сарым. Айдос Амирулаевич, приветствую вас. Да, добрый день. Да, спасибо, что согласились принять участие. Но не первый день этот конфликт. Надеемся, что все разрешится мирно. Ваше мнение все-таки интересует. Какой сценарий будет дальше развиваться и как это отразится на Казахстане? Во-первых, надо понимать, что этот конфликт, скорее всего, надолго. Угу. Легких и быстрых путей, по сути, нет. Если есть там разные измерения этого конфликта, да, вот, собственно говоря, события внутри Украины, есть события, связанные с Россией и Украиной, а есть глобальный контекст,
И они все друг друге упакованы в друг друга, и непонятно, что из этого превалирует, является главным и важным. Да, вот в каких-то вопросах Украина это скорее предмет торга. Угу. Да, вот эти земли, Донбасс, Крым и прочее, да, там на оказание давления на Украину, на Запад, еще что-то. В каких-то вопросах это, ну, скорее конфликты постсоветского пространства. И здесь тоже очень сложно понять, поскольку мы, ну, наверняка не сможем залезть в головы ни украинских, ни российских политиков, то понятно, что очень высока степень непредсказуемости. Есть такое выражение, что война – это... ну, одно из средств или легких путей решения нерешенных вопросов мирного времени, да? Мы понимаем, что коронавирус, прочие вещи, они тоже не добавляют оптимизма ни украинцам, ни россиянам. В каких-то странах будут выборы, которые тоже будут, ну, значительно важными, судьбоносными в какой-то степени. И в этой связи непонятно, да, это либо это часть очень долгой игры, либо это ситуативная попытка собрать население, внушить там какие-то месседжи и так далее. Ну и понятно, что элемент противостояния Западом, он, ну, совершенно очевиден. И здесь самое сложное, наверное, то, что мнение Запада сейчас для России, ну, перестало быть сколько-нибудь значимым, да, то есть оно важно, но россияне хотели бы это... с этим мнением считаться на своих условиях. Угу. И какие-то большие договоренности в ближайшее время, наверное, невозможны, ну, либо труднодостижимы. Ну, разве что-то, я не знаю, там, нападение марсиан или еще что-то такое сверх... какое-то событие сверхуникальное, которое могло бы это изменить. Угу. Но пока что таких событий, ну, не прорисовывается. Айдос Амирлаевич, мы-то входим в ОДКБ, ЕС, различные многие международные организации, и Украина, и Россия, как известно, являются дружественными государствами для Казахстана. Какой позиции, на ваш взгляд, будет придерживаться наша страна в данном вопросе? Ну, Казахстан проводит многовекторную политику, как мы знаем. Наше наличие внутри ОДКБ не помешало занимать особую позицию в случае Карабахского конфликта, как мы знаем. Угу. И даже обращение, скажем, Армении к странам ОДКБ даже не последовало, как мы знаем. Если там будет какая-то степень серьезной эскалации, поскольку Россия не признает своего участия в этом конфликте, ну, по крайней мере, официально не признает, то, понятно, обращения, наверное, в ОДКБ не будет. Ну, мы говорим о гибридных войнах, о каких-то других форматах, поэтому об этом сложно очень говорить. Другое дело, что мы, конечно же, очень дружественные страны и с Россией, и с Украиной. Нам одинаково важно, чтобы максимально этот конфликт быстрее разрешился, находились какие-то точки соприкосновения. Но надо понимать, что конфликт, он относительно свежий, очень много заявлений сделано, очень много на это поставлено. И даже наши какие-то миротворческие, наверное, усилия, они не дадут сколько-нибудь серьезного эффекта. Угу. Мы должны максимально придерживаться тех позиций, которые были уже достигнуты, угу, которые одинаково хорошо и спокойно воспринимаются как в России, так и в Украине. А вот вы отметили про точки соприкосновения, да? Какие вы имели в виду? Какие видите? Ну, знаете, понятно, что как страна одинаково дружественная, Казахстан будет время от времени пытаться, да, предлагать, во-первых, свою площадку, да, для переговоров, если таковые будут, и какие-то узлы возможны быть, да, там, гуманитарные, еще какие-то. Если на самом деле получится, что, ну, мы видим, что все те форматы, которые до сих пор создавались, я имею в виду международные, минский формат, другие форматы, двусторонние, трехсторонние какие-то консультативные группы, они все на самом деле создавались не для того, чтобы решать вопросы. Скорее, они были направлены на то, чтобы не допустить большей крови. То есть никто, по крайней мере сейчас, не готов на полном серьезе заниматься регулированием этого вопроса. Для одних стран это выгодно, другие очень много теряют и не могут себе позволить ни малейших уступок. Да, поэтому в этих условиях ожидать каких-то сверхрешений и сверх какого-то чуда, наверное, нереально.
Но с другой стороны, я говорю, ну, к тому, что возможны какие-то события, ситуации, когда, скажем, участие Казахстана может быть востребованным и, по крайней мере, не вызывать раздражения ни в Москве, ни в Киеве. Вот если такие форматы будут, то, понятно, Казахстану надо этим пользоваться, надо пользоваться одинаково хорошими отношениями между элитами, между правящими группами. Может, тоже предоставление, допустим, площадки, да, помните, Казахстан-то не раз выступал и площадку для сирийских переговоров представлял. Ну, я думаю, эта позиция наиболее, наверное, последовательная, наиболее правильная. Угу. Вот, к сожалению, мы сейчас, как бы мы не сильно думали и как бы мы не сильно напрягались, мы вряд ли сейчас можем какую-то формулу изобрести. То есть должно пройти какое-то время, должно приходить, возможно, новое поколение политиков и в России, и в Украине с тем, чтобы начать о чем-то серьезно говорить. Просто все участники, да, так или иначе, это участники, которые заваривали эту кашу, либо в этом участвовали, и поэтому от этого отступиться очень сложно. Не потеряв при этом поддержки населения. Мы знаем, какое явлением являлся крымский консенсус в России. Мы знаем мобилизационный период в Украине, когда очень много жертв было, когда создалась целая большая мифология и героика вокруг этих событий всех. Ни один здравомыслящий политик, поверьте, от этого не отступится. Ни в России, ни в Украине. Это абсолютная потеря лица, это абсолютная потеря доверия населения. Тем более, что в России, повторяюсь, намечены выборы, да, в середине, ну, в третьем квартале, возможно, этого года. Они очень значимые, важные выборы для России. И с учетом всего контекста и с учетом того, что события, отношения между Западом и Россией, ну, нельзя назвать хорошими, и скорее надо говорить о еще дальнейшем ухудшении, то понятно, что есть какой-то, наверное, минимальный набор требований, которые, наверное, понятно, и Запад, и Россия хорошо понимают, но не более того. Хорошо. Спасибо, Айдос Самирулаевич, за ваше мнение. Напомню, уважаемые телезрители, мы сегодня обсуждали тему эскалации конфликта на Донбассе. У нас были спикеры, в том числе мы выслушали мнение политолога, депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан Айдоса Сарымова. Я еще раз благодарю всех наших спикеров за участие в нашем сегодняшнем обсуждении. А сейчас напомню, что продолжается телеграм-голосование по сегодняшней теме. Уважаемые телезрители, принимайте активное участие. Необходимо всего лишь открыть камеру мобильного телефона, навести ее на экран телевизора, отсканировать специальный QR-код, который вот сейчас появляется на ваших экранах, и вы попадете в телеграм-канал. Вопрос, чем обернется эскалация российско-украинского конфликта? Уже около 500 человек проголосовало. Предварительные результаты прямо сейчас появляются на ваших экранах, в том числе и варианты ответов. А также можно, напоминаю, опрос анонимный, можно также комментировать. Сейчас есть буквально минута, я зачитаю некоторые комментарии, хотя многие комментарии, скажу, у нас от пользователей не по теме. Позвольте подчеркнуть, уважаемые телезрители, пожалуйста, комментируйте по сегодняшней тематике. Вот один из комментариев. Айнур, пользователь: Россия не должна проиграть Украину, это однозначно, но России придется готовиться к войне. Думая о мире, готовься к войне, это очень печально, так как пострадают невинные. Россия, как и международное сообщество, признает ДНР как часть Украины. Согласно Минским соглашениям, которые Россия подписала, ДНР и ЛНР должны вернуться в состав Украины. А вот Крым — это уже часть России. Что им еще не хватает? Очевидно, борьба сверхдержав из холодной войны превращается в базарную. Вот такое мнение. Также пользователь Марат высказал свое мнение. Ясно одно, нам надо максимально дистанцироваться от этого конфликта, насколько это возможно. И та, и другая страна нам не чужая и являются для нас партнерами. Ну, я соглашусь, поэтому надеемся, что до военных действий не дойдет и конфликт будет улажен. И продолжим. Сейчас еще больше